Здравия, воины! Тут потрясающий вид, и мы решили сделать видеоролик для тех, кто 2 года нас мучил. Как же мне научиться видеть как моно? Я не знаю, зачем видеть как моно и что делать эти люди будут со своим видением. Может, его лучше развивать, но для того, чтобы научиться видеть как моно, желательно бы, наверное, научиться, чтобы мозг работал как моно. Как у моны. А у моны мозг работает совершенно непредсказуемым и непонятным образом. И подозреваю из-за того, что она умеет делать вот такие вещи. Писать слева направо, справа налево, левой и правой рукой. Простые упражнения пишем для синхронизации мозга. Полушарий, частей мозга, лобных долей, с гипоталамусом. Чувствовать смотри, антенку свою. Ну давай. Ну вот, мое имя левой рукой и справа налево. Как-то через задницу, но получается же. Сейчас посмотрим. Смотри, специально взяла фломастер. Угу. Отлично. Да. Теперь буду можно смотреть. Зелененьким, можно синеньким. Да. Каким-нибудь, который пишет. Угу. Вот этот нифига не пишет. Берем вот этот. Вот, одновременно. Угу. О, круто. И какие-нибудь ромбики. Ну, понятно, моно. Да, и вот смотри, самые простые фигурки, ну, треугольнички. Самые простые. Квадратики, ромбики, ну, что угодно. Для синхронизации, ну, почти получилось. Ну, кружки это одно из самых простых. Все что угодно. А, отличненько. Ну, вот, правой рукой. Просто напиши правой что-нибудь. Здравия, воин, моно, понятно. Моно. Вот это чтобы не думали, что моно левша, а правша. Вот прекрасно вот правой написано. Все, примерно и так. Для развития, вот посмотри, некоторые свои там выбери. А, этого. Как ты это называешь, хрень эту? Хрень эту? Вот хрень. Вот, вот эта вот хрень, вот она. Вот например, хрень. А не важно. Вот есть, что лежит на душе, вот, нет, вот есть вот это, вот, что это такое? Это называется нейрографика. Картины моны. Это просто нейрографика, и при том неправильная. Люди рисуют ее правильно, я правильно не рисую. Я рисую так, как мне на ум приходит. Это трудно назвать нейрографикой. Это что-то с чем-то. Это что-то. Где-то Пикассо вот так же вот. Пикассо только без углов. В общем, вот, добра, соратники, тренируйтесь, развивайтесь, все только начинается.